Всем привет, участники и любители кастома. С вами канал Custom 78 Models. В сегодняшнем видео будет тюнинг, изменение машинки BMW M3 GT2 в стиле BMW M3, как Need for Speed. Внизу вот можете увидеть, картиночка появится. Вот. Какой будет данный процесс? Будет сниматься полностью краска. Ну что, начнем. Сначала мы разверлим машинку от данных клипс. Вот мы ее разверлили. И у нас получается 4 детали. Эти нам пока не нужны. А пока мы оставим данную машину. Элемент. Далее у нас пойдет в работу снять лак. Я понял, что уничтожителем. Кто-то может воспользоваться разными средствами, которые снимают лаковое покрытие. Есть спрей, есть гели, есть. Вот, и сейчас мы будем наносить данный гель для того, чтобы снять там лак. Дальше мы ждем, только время покажет. Так, ну вот что у нас получилось после этой краски, смывки. У нас почти краски не осталось, ну единственное, здесь вот маленькие красочки остались в проемах. Их легко можно снять с помощью мини-дрели по ювелирным работам, скажем. Либо саму дрель с такими усиками по снятию покрытия, лакового покрытия. Оп. Начнем пока работать. Приятного просмотра. Сейчас мы начнем раскрашивать салон автомобиля, используя обычную краску акриловую. А сейчас мы красным цветом закрасим этот датчик, трубочки, разные ведущие от двигателя к выхлопу. Ну вот у нас что получилось. Внутри салона, ну это так, чисто наброски. Ну более-менее интересно стало выглядеть внутри конструкции. Немного подготовил каркасов спортивного стиля. Сейчас мы с вами вместе его поставим на место. Вот у нас каркас безопасности. И он будет так вот выглядеть.
Так, а сейчас мы приклеим маленькие зеркала, если вы видите. Вот одно я приклеил. Довольно смотрится очень хорошо. Все, будем клеить второе. Пока я клею, не забывайте подписываться, ставить лайки и писать свои комментарии. Потому что это приятно, общение с людьми. У каждого будет свое мнение. Всегда интересно узнать что-то новое, что человек тоже, может, занимается этим. Потом лишнего это все уберем. Вот у нас так вот получилось. Довольно. Хорошо. Машинка прям преобразилась зеркалами. Ну, дальше будет процесс покраски. Зачистка и грунтовка. И дальше уже нанесение самого слоя. А теперь конкурс. В конкурсе будут призы. Audi, Acura и Ford Shelby. Условия по конкурсу. Должны быть подписаны на канал. Приз получит 3 участника, которые первые ответят на один из 3 блоков вопросов. Первое место нужно ответить на 3 вопроса. И будет приз Audi A6. Второе место. Нужно ответить на 2 вопроса. Приз будет Ford Mustang. И третье место. Нужно ответить на 1 всего лишь вопрос. И будет приз Acura NSX. Ответив на данные вопросы, все ответы пишите в комментариях под видео. Об победителе будет дополнительная информация. Вот, и желаю вам успехов в победе и в труде. Так, ну что, вот произвели, сделали краску серого цвета. Очень хорошо, кстати, легла она. Очень ровненько. Все это можно, в принципе, убрать, если какие-то косяки есть. Спокойненько. Вот, теперь мы продолжим нанесение самого цвета стелениц Need for Speed. Вот мы обклеили малярной лентой. Сейчас будем делать рисунок, потом уже вырезать кусочки, чтобы потом прокрасить. Ну что, сделали мы рисунок, вырезали его. Теперь мы начнем покраску в синий цвет. Начнем. Thank you.
А вот мы покрасили. Можно потихонечку снимать пленку и эквиваленту. Так, ну что у нас получилось в стиле Need for Speed? Довольно неплохо сел, ну есть косяки, да. Косячки есть. Экран довольно хороший, но на самом деле работать в таком вот рисунке в принципе легко. Но лучше всегда есть, если есть возможность, заказывайте декали. Не мучайтесь с краской. С двумя. Можно с одной краской помучиться, нанести, а поверх декали просто наклеить. Это за 100 раз упростит вам всю работу. Что у нас получилось по декалям? В следующем видео мы сделаем Nissan GT-R. Будет меняться полностью вся машинка, колеса, краска, стиль Tokyo Hunter. Все, кто был со мной, подписываемся, не забываем писать комментарии, ставить лайки. Удачи и до следующего видео.